Нам бы хотелось показать вам в Париже все. Но в этом городе можно прожить всю жизнь и так и не узнать его до конца. Поэтому не будем медлить и начнем наш вояж в La Ville de l'Amour. Монмар, Монпарнас, Шанс-Элизе, Нотр-Дам-де-Пари ждет нас всех впереди. С вами я, Иван Имилаев, и мы в Париже. Лестница Монмартра – одна из самых знаменитых лестниц в мире. Отсюда мы попадем на вершину Парижа. В любом путеводителе вы найдете информацию о том, что когда-то на вершине этого холма стояли храмы в честь римских богов Марса и Меркурия. По другой версии, холм назван в честь христианского святого. Но как бы то ни было, путешествие по Парижу должно начинаться именно с Монмартра. В средние века Монмартр был местом паломничества христиан. Тогда это было предместье Парижа. В 18 веке Монмартр стал частью Парижа. Улицы вокруг холма стали активно застраиваться. Людей небогатых привлекали низкие цены на недвижимость. Здесь селились бедные художники, начинающие поэты и писатели. К тому же к их услугам были дешевые кафе и бары. Именно на Монмартре начинали свой путь к славе художники Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, чуть позже Пикассо и Модильяни. На Монмартре в красивом особняке жил один знаменитый актер. В 10-ю годовщину его смерти площадь на вершине Монмартра стала носить имя Жана Маре. Этот город всегда привлекал романтиков. Все бунтари и все влюбленные стремятся сюда. Туроператоры наперебой предлагают этот город для романтического отдыха или свадебного путешествия.
символом Парижа считается Эйфелева башня. А ведь когда-то инженер Эйфель задумал ее как временную постройку. Она была построена к началу Всемирной выставки в 1889 году. Что только не делали с башней. Ее разбирали, переделывали, перекрашивали в разные цвета, украшали огнями, а однажды даже попытались взорвать. Но она пережила все неприятности и теперь украшает город. Когда-то в детстве я себе пообещала, что поднимусь на Эйфелеву башню только со своей второй половиной. Как вы видите, на башню я не поднялась. Именем Наполеона в Париже связано многое. На улицах то и дело встречаются фонтаны, колонны, скульптуры, воздвигнутые в честь Наполеона или его военных побед. Военная тематика вообще популярна во Франции. Еще в 17 веке по приказу короля Генриха IV началось строительство Дома Милосердия для инвалидов всех войн. Помещения этого дворца должны были вместить более 6 тысяч человек. Инвалидов, вернее ветеранов, поселили с комфортом. Король лично отбирал обслуживающий персонал. Это были лучшие врачи, повара, аптекари и священники. Сейчас большую часть дома инвалидов занимает исторический музей и церковь, в которой расположена гробница с телом Наполеона. А в остальных комнатах по-прежнему живут ветераны сопротивления, воевавшие во Второй мировой войне. Обязательно прогуляйтесь по мосту Александра III и полюбуйтесь видом на Сену. Французы издавна славятся своим благородством. Они также ценят благородство других. Этот мост очень любим парижанами. Он по праву считается одним из самых изящных в городе. Мост был подарен Парижу русским императором Николаем II и назван в честь отца Николая, царя Александра III.
Как вы знаете, Париж разделен на две части рекой. Сену речкой не назовешь. Она довольно широкая и глубокая. А в это время года еще и холодная. Из 300 мостов Парижа больше всего мне нравится мост любви. Этот мост не только соединяет два берега на Сене, он соединяет судьбы и сердца людей. В знак своей любви парочки вешают на перилах моста замочки. Но вы представляете, все влюбленные приходят сюда, на замках, вот на таких вот, пишут свои имена, закрывают эти замки и выбрасывают ключики в Сену. И таким образом они соединяют свою любовь навсегда. Одна пара ключ от своего замка подарила своему сыну, чтобы когда он станет взрослым, он смог сюда приехать и забрать символ любви своих родителей. Вот мое место. Вот думала-думала, какое из двух желаний загадать. В конце концов объединила, загадала и выбросила ключ. Как говорят на Украине, щоб уже ж наверняка. Спасибо, Париж! Enjoy with us. Мишель родился в маленьком провинциальном городке в Бретоне. Он жалуется, что на его родине очень скучно и ничего интересного не происходит.